претендентов на эту номинацию. Никакой лирики и субъективности при написании сценария, только формулы. Опыты и научный подход. И ничего, что монтаж фильма занимал все свободное время. Зато теперь в школьном киноархиве появились весомые работы будущих молодых ученых. Право вскрыть конверт с именами победителей предоставляется Дробот Марии и Сухомлинову Игорю. Очень приятно присутствовать на таком мероприятии. Награду получают. Номинации «Лучший научно-популярный фильм». Награду получают Определякова Инна Алексеевна и Лещенко Инна Николаевна. Одною рукою так сильно і ніжно.
награду победителям следующей номинации приглашаем на сцену Мамедова Мамеда и Герасименко Владислава. Лучшая мужская роль и лучшая женская роль. Сейчас мы узнаем имена победителей. Лучшая мужская роль — Красников Олег Михайлович. Лучшая женская роль — Цибульникова Марина Николаевна. Вы наши кумиры. Теперь мы любим бег и прыжки. Спасибо за то, что учите нас играть в волейбол, баскетбол. Помогайте ставить новые рекорды в спорте. Пусть удача и оптимизм сопутствуют вам. Сильнее, быстрее, выше. Здесь нужен драйв. Энергия. Ну, энергия. Вот отсюда. Сидеть без толка, встречи, жены, дрифт, мы, ну и так, значит, ты свободен танцевать.